Какие современные? Депутат Государственной Думы России Александр Петров встретился с активистами Биробиджанского района в Доме культуры села Волгейм. Во время мероприятия он рассказал о планах дальнейшей работы в регионе. В частности, депутат акцентировал внимание на вопросах здравоохранения и образования и подробно рассказал об имеющихся планах решения проблем в этих сферах. В свою очередь, присутствующие задавали вопросы и делились наболевшим. Например, жителей Волгейма не устраивает состояние местной школы. Сразу после встречи Александр Петров отправился в учебное заведение. Там он вместе с директором осмотрел пристройку, оставляющую желать лучшего. Здесь проблемы накоплены десятилетиями. Пришло время их решить. Мы обязательно вместе с правительством области составим программу. Очевидно, что здесь нужно строительство пристроя, вместо деревянного этого пристроя. Здесь много детей, село развивается, есть прирост населения. Мы обязаны отреагировать хорошей школой. Аварийная пристройка – не единственная проблема, имеющаяся в заведении. Неудобство педагогам, учащимся и в первую очередь поварам доставляет неисправная вытяжка в столовой. Как отметил депутат Госдумы, текущие проблемы должны решить период майских праздников. План уже составлен. Александр Петров начнет работу по выделению финансирования. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.